Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, и я являюсь представителем компании HR Around Group, которая находится в Варшаве, и к нам в гости пришел Арлен. Привет, Арлен! Расскажи, пожалуйста, засыпем тебе сейчас кучу вопросов, потому что нам интересно, как твои дела, как твое самочувствие. Скажи для начала, откуда ты, сколько ты уже здесь находишься, и поделись своими планами. Да, я из Кыргызстана, родом с Бишкека. Получается, я прилетел 3 недели назад. 3 недели. Да. Ну, то есть карантин ты уже прошел? Да, да, у нас карантин был. Отлично. И да, по-моему, 10 не было. Скучно было на карантине? Ну, жестко прям, скучно было. Ну да, ну, потерпели 10 дней, потом, да, вышли. Сейчас, в данный момент, я работаю в логистической компании. Работаешь? Да, благодаря компании я туда устроился. Скажи, пожалуйста, дома сколько ты ждал приглашения и как быстро после того, как ты открыл визу, ты приехал сюда? А вот во всем процессе вот самое длинное было, ну, долго ждал именно пригласительное. А сколько по времени ты ждал? По-моему, 1,5 месяца. Полтора или 2 месяца. А визу получил через 10 дней. Через 10 дней. Да. И через неделю, получается, я уже прилетел. Вот, то есть ты уже сразу же сюда приехал. Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь и какие у тебя планы? А в данный момент я работаю в логистическом компании, в логистическом складе. Так? Да. И в скором времени я собираюсь работать, ну, подняться по карьерному росту. По профессии я водитель. Водитель. То есть ты дома у себя водителем работал, так? Да, на родине я в основном работал водителем, курьером, разные, ну, связанные с вождением по профессии. Хорошо. А скажи, сколько у тебя здесь рабочий день, часов составляет? Потому что, насколько я знаю, что здесь работодатель очень лоялен по формированию своего личного графика. Да, кстати. Расскажи нам, пожалуйста, про это, сколько часов ты в день работаешь, может, есть какие-то плюшки, фишки, и то есть какие-то бонусы в виде там дополнительных дней, дополнительных часов, когда ты остаешься, и расскажи нам, пожалуйста, про это. Да, вот, кстати, тут, кстати, очень удобно насчет этого, потому что у нас есть 3 смены, я в основном работаю в первую смену, так как мне удобно. И в день бывает по-разному, ну, это зависит от желания и от тебя. А ты поскольку выбираешь обычно часы? Я 10-8 часов, ну, по-разному бывает, да. Не тяжело? Ну, поначалу было тяжело, а сейчас уже я привык и намного, да, лучше. А скажи, пожалуйста, может, какие-то есть дополнительные бонусы в виде выходных, когда выходишь на работу или там в праздничные дни? То есть зарплата от этого растет? А, кстати, тут в Польше, не знаю, очень много праздников. И так. Да, кстати, насчет этого у нас много выходных, ну, праздничных выходных, да. И то есть, если выходишь в выходной день, да, то тебе соответственно оплачивается, да. Здорово. Хорошо, скажи, Арлен, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее и как ты видишь свои перспективы? Я хочу улететь в Норвегию от нашей компании, логистической компании, устроиться курьером, может быть, водителем. Ну, я вижу перспективу там. Видишь перспективу, да? Да. Хорошо. Мы желаем тебе успеха, и мы скоро с тобой опять встретимся. Спасибо большое. Всего, Арлен. До новых встреч. Спасибо. Пока.